Лаура делает хорошие успехи. Ей 40 дней, и она уже привыкла к распорядку дня: кормлению, переодеванию, купанию и сну. Она все больше интересуется окружающими. Мама Лауры использует любую возможность, чтобы обратиться к ней, поговорить, объяснить и спеть ей. Она старается привлекать старшего брата Лауры к общению с ней. Лаура особенно счастлива, когда это происходит, и передает свою радость через мимику. Следит за ним взглядом, впервые улыбается и гулит. Ей нравится, когда ее держат по-разному. Теперь ей легче поднимать голову, когда она лежит на животе, и может более четко видеть мир вокруг себя. Она постепенно познает свое тело и ближайшее окружение. Лаура выражает недовольство хныканьем и плачем. Но ее родители знают, что так она с ними общается не только когда голодна или мокрая, но и когда она хочет объятий, присутствия мамы или просто, чтобы ее папа поносил ее.